Надюша, я тебя еще раз спрашиваю, ты хорошо все обдумала? Я же его люблю, Варенька, можешь ты это понять? Стараюсь. Только смотри, не опоздай на работу. Я провожу его только до Одессы и сразу обратно. В воскресенье вечером буду дома. А осенью он приедет за мной. У них в Молдавии в это время пора свадеб. Ну, я побегу, он меня уже ждет. Ты не пожалеешь, Надя? Если бы ты знала его, как я, ты бы так не говорила. Не беспокойся, Варюша! Салют. Варя, а? Слушай, я спросить хотел. Ты Наденьку не видела, а? Ах, Наденьку. Она вас ждала, ждала, а вы не приходили. Я только что вернулся из плавания. Мы ходили почти что вокруг света. Ну вот пока вы ходили, ваша Наденька, и улетела ваша Наденька. Салют, мама! Поглубже притяните руки вперед, выпрямите. Продолжаем. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Закончим приседание. Заключение всех на месте. Нет, если бы кто-нибудь знал, как я мучилась эту ночь. Сейчас, мама, сейчас я приготовлю завтрак. Ах, Васенька, я не могу думать о еде. И, пожалуйста, не пересоли яичницу, как в прошлый раз. Говорит в тишине. Продолжаем наши передачи. Слушайте танцевальную музыку. Вообще нет ничего хуже привычки читать во время еды. Сколько я себя помню, каждое утро мне говорите одно и то же. Нет, ты можешь совершенно не считаться со мной, пожалуйста. Но подумай о собственном здоровье. Мамочка, не сердитесь, вы совершенно правы. У тебя все привычки холостяка.
Это естественно, я и есть холостяк. Знаешь, мне не нравится твой тон сегодня. Может, ты хочешь сказать, что я в этом виновата? 7 часов 30 минут, передача из Москвы. Перестань свистеть! Иногда мне кажется, может, действительно я виновата в том, что ты до сих пор не устроил свою жизнь. А ведь мне нравилась одна. Помнишь еще в Кишиневе? Как ее звали? Наташа, кажется. Люся. Да. Я тогда с ней побеседовала. А она почему-то после этого перестала приходить. В Москве сейчас. А все-таки, если бы я тебя иногда не предупреждала при твоей наивности и незнании жизни. Ведь женщины, они... Сколько раз я тебе говорила? Чуть-чуть набок. Вот так. Когда твой отец ухаживал за мной, он уже был военным. Я никогда не видела его в штатском. Мамочка, вы не забудете принять капли? Чао, чао. Здравствуйте, Карина Сергеевна. А, здравствуйте, рада вас видеть. Мы, кажется, опаздываем. Да нет, у нас еще 19,5 минут. Нехорошо обманывать женщину, Василий Васильевич. Я вас вчера ждала в Доме культуры, а вы так и не пришли. А потом вернулась домой и безумно жалела себя, какая я бедная и несчастная. Ну, зачем же так думать? Ведь вы всем нравитесь. Да? Может, и вам? У вас сегодня веселое настроение. Извините, товарищ инженер, помешаю вашей беседе. А, Федя, здравствуйте. Вы не знакомы, знакомьтесь. Это Федя Руссо, он учится заочно. Я посмотрела ваше задание. Если вам потребуется консультация, приходите, я вам помогу. Верное слово! Да, конечно, приходите! Вы так и не ответили, Василий Васильевич? Почему вы вчера не пришли в Дом культуры? Нельзя было. О! Мама опять плохо себя почувствовала. Правда? Угу. Пока я учился, ее сил хватало на все, ведь отца я даже не помню. А как только я, как говорится, встал на ноги, тут на нее свалились чуть ли не все болезни на свете. Доктора сказали, что лучше нам жить где-нибудь в тихом месте. Ну да. Ну и мне здесь нравится. Тихо. И потому за вами закрепилась репутация Тихони. С чего это вы решили мне Тихони называть? Это не я решила. Все считают, что вы и мухи не обидите. Ну, почему же? И не курите. Мух надо уничтожать. И не пьете. Не слишком ли много достоинств для одного мужчины? Ну, как же говорят, в тихом умуте. Да это не про вас говорят. Нет. Нет. Ну вот мы и пришли, секунда в секунду. Вы всегда так точны, что с вами при всем желании не опоздаешь.
еще одно письмо из Ялты. А мы в Ялту вино не отгружаем. Уважаемые женщины, что за черт? Вот не было печали. И это Василий Васильевич? Никогда бы не подумал. Передайте это письмо сейчас же Петру Петровичу. По-моему, письмо адресовано не вам. Письмецо Василию Васильевичу заказное. Штамп ялтинский. Из Ялты? Да, почерк, по-моему, женский. Распишитесь, пожалуйста. Где расписаться? Вот здесь. Благодарю вас. Не представляю себе, от кого. А вы распечатайте, прочтите и войдете в курс. Благодарю вас. Я чужих писем не читаю. Главный бухгалтер слушает. А, Петр Петрович, доброго здоровья. Зайти к вам? Зайду, да. Обязательно. Сейчас. С кем? Василий Васильевич, нас зачем-то вызывают в Рабочком. Пойдемте. Иду. Читать. Уважаемые товарищи, мы, группа сотрудников районного отделения связи, клеймим позором человека, обманувшего любовь девушки и бросившего ее с ребенком на руках. Ваш сотрудник Василий Васильевич Чебан? Будучи почти 3 года назад в Ялте на отдыхе, обещал жениться на нашей подруге и сотруднице Надежде Михайловне Крыловой, а затем скрылся, махнув рукой на все последствия. Я? Позвольте. К сожалению, не сразу. Что-то я очень плохо разбираю. Ну ладно, давайте-ка я. Почерк. К сожалению, не сразу, но все-таки нам удалось разыскать гражданина Чебана. Теперь мы призываем вас присоединиться к нашему голосу возмущения, чтобы таким, как Чебан, не позволено было оскорблять доверчивость честных людей. Крючкова Варя. Я ничего не понимаю. Ну а что ж тут понимать? Они вот, так сказать, вещественные доказательства приложили. Ну, посмотри-ка, похож. А? Ну, тут он же совсем кроха. Что скажешь, Осип Ильич? Похож. Похож. Извините. Василий Васильевич, Василий Васильевич, на минуточку, ваша мама пришла. Можно выйти? Что? Что с тобой? Как ты плохо выглядишь, Васенька. Зачем вы пришли? Да тебе письмо. Я подумала, может быть, срочное из Ялты. Я, конечно, не знаю, от кого. Прихожу, говорят, тебя зачем-то вызывали. У меня даже сердце закололо. Мама, ради бога, вы только не волнуйтесь. Идите домой, идите, мама, идите. Да. Не хотелось бы в подобных делах разбираться. Ну, история, конечно, неприятная, но я уверен, что Василий Васильевич сделает правильный вывод. Какой вывод? Так ты что, отрицаешь, что ли? Как понять? Ты меня извини, Василий Васильевич, но документ этот я проработал основательно, так что с бухты-барахты не стал бы тебя вызывать. Желаешь, пройдемся вместе. Вот тут написано, Чебан. Что скажешь? Василий Васильевич у них. А у тебя? По профессии бухгалтер. А ты? Бухгалтер. Теперь ниже. В Ялте отдыхал? Отрицать не станешь. В августе это было. Дата сходится, я справку навел. Ну, смотри. Но только
На письмо это нам отвечать придется, поскольку оно коллективу адресовано. А когда они приезжают? Они будут 11, 12 и 13. Ну, значит, как договорились. Я зайду, а ты меня подождешь, да? Ой, опасно. Да я говорю, не... Я прошу вас выслушать меня и ни в коем случае не перебивать. Утром я смолчал, потому что зайдет легкостью, с которой все поверили. А вы встаньте на мое место, вы бы тоже растерялись. А теперь я прошу, нет, я требую расследования. Требую расследования. Вы не учли, например, такого обстоятельства, что фамилия Чабан не так уж и редко встречается в Молдавии? Угу. О! Я категорически прошу вас оградить меня. Нет, категорически требую оградить меня от... Да, оградить меня от всего этого. О, хорошо, что вы не ушли, Галина Сергеевна. Вы там просили передать. А, спасибо, Зиночка. Василий Васильевич. Василий Васильевич, рада, что вижу вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу извиниться перед вами. Видите ли, мне сказали, и... Представьте, я сначала поверила. И только потом сообразила, что что-то здесь не так. Что именно? Ну, милый, вы же тихоня. И все знают, что вы способны обнять девушку, только если она сама этого очень потребует. Ну так что же я, по-вашему... Ну ведь я все-таки немножко знаю вас. Ах, вы так обо мне думаете? А если вы ошибаетесь? Внешность обманчива. Значит, ялтинского документа вам недостаточно. Голубушка, не могу же вам рассказывать обо всех моих приключениях. Василий Васильевич, ну, знаете. Василий Васильевич, ты не меня поджидаешь? А? Да. То есть нет, нет. Поверьте, я бы никогда вам не написала. Но вот против моего желания подруги нашли ваш адрес и послали какое-то письмо. Мне это очень неприятно. И я решила написать вам, чтобы вам не показалось, что я чего-то жду от вас. Ничего мне не нужно. Ялта? А, речь вызывает. Очень хорошо. Какая жестокость лишать меня ухо. Ну, они, наверное, интересуются, приеду ли я завтра. Да-да, я жду. Мама, идите к себе, постарайтесь уснуть. Да нет, теперь уже все равно. Да, Чабан, Василий Васильевич. Чем могу служить? Вы меня не знаете.
Но имейте в виду, я вас хорошо знаю. Я Варя, подруга Нади. Это я вас нашла. Вам долго удавалось скрываться, но теперь мы знаем, где вы. Да, я завтра выезжаю на ревизию. Какая ревизия? Не притворяйтесь. Приготовьте отчеты по фонду заработной платы. Зарплата? Как вам не стыдно? Она, понятно, у Нади небольшая. Но Надя никогда не жалуется. А мы знаем, как ей тяжело. Ну, неужели у вас нет сердца? Что? Сердце, я говорю, есть у вас. Девочки, ну что же это за человек такой? Чем же я могу помочь? Алло, алло, отвечайте, чем я могу помочь? Ну что, какие-нибудь неприятности, Васенька? Нет. Да, ты мне еще не рассказал, что это за письмо из Ялты, которое ты получил сегодня. Да так, от одного приятеля. Мама, ну вот, в командировку завтра еду, в Речу. А вы идите, ложитесь спать. Что же делать? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, Чем же я могу помочь? Чем я могу помочь? Скажите, пожалуйста, где тут почта? А, почта там, за углом. Спасибо. Если только... пока все не выяснится. Там речи. Вход. Речи, речи. В каждом квартале мне с вами морока. Какая же морока, Осип Ильич? При всем уважении, извините, план мы даем. Верно я говорю? Верно, верно. План вы даете, все дают план. Но все же Василию Васильевичу придется к вам поехать. Хорошо. Щабану? Помилуйте, Осип Ильич, зачем же его? Будем говорить откровенно. Разве Василий Васильевич способен, как вы, со сухой цифрой увидеть живое дело? Нет, буква нет. С таким ревизором найдешь общий язык. Вот у вас все это знают. Кругозор. У всех кругозор. Да, у всех. У вас шире. Что шире? Этот кругозор. Именно потому, что у меня шире, Чабан к вам и поедет. Давай сюда. Хорошо. Нет, вы. Спасибо. Ну вот, повезло. Здравствуйте, товарищ водитель. Здравствуйте. Васильевич, вы человек принципиальный. Уважаю. Но ведь жизнь есть жизнь. Вам не повезло. В Сочи там или в Ялте. Но ведь на это можно взглянуть по-разному. Верно? Правильно я говорю? А? Позволю себе дать совет. Только денег не посылайте. Поверьте личному опыту. Пошлете раз, петля. А
Василий Васильевич, разрешите портфельчик? Что вы, товарищ Капацин, зачем? Он не тяжелый. Ты, ну как же можно? Вы все-таки гость. Что вы? Эх, Василий Васильевич, вот лично я больше всего ценю дружбу. Вот ревизовали, а ко мне так и не зашли, не посидели по-человечески. Как же это понимать? Кто же в ваших глазах? Преступник? Да-да. А? Что вы? Что вы? Как можно? Большое спасибо. Счастливого пути. Всего хорошего. До Значит, свидания. Значит, нарушений никаких не обнаружено. А? А нарушения я все-таки отмечу в своих выводах. Добрый вечер. Добрый вечер. Извините, что так поздно. Мне всегда казалось, мы можем быть друзьями. А в чем, собственно, дело? Я вам сейчас все объясню. Я знаю, что вы послали деньги. В таком крупном центре, как наш, секретов не бывает. А вы считаете, не надо было? Нет, отчего же? Все это одобрили. Нет, я вам все-таки хочу объяснить. Не надо ничего объяснять, Василий Васильевич. Как это началось, меня не интересует. И знаете, я не гожусь к роли исповедника, право. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Где возьму я эту песню и о любви, и о судьбе, и чтоб никто не догадался, что эта песня о тебе, и чтоб никто не догадался, перестань свистеть, что эта песня о тебе, что это песня. Ты что, убить меня хочешь? Перестань свистеть! Деньги ваши пришли для меня неожиданно. Не хочу скрывать, они оказались кстати. Посылаю фотографию мальчика. Думаю, что ничего другого вы ожидать от меня не можете. Говорит Чабан Василий Васильевич. Извините за позднее время. Я вызвал вас с телефона, Надежда Михайловна, чтобы раз навсегда внести ясность. Мой долг объясниться с вами. Даже просить у вас прощения. Зачем же? Мы взрослые люди, и у меня к себе больше счет, чем к вам. А? Ах, нет, очевидно, вы меня не понимаете. Очень плохо слышно. Вы знаете, у вас как-то переменился голос. Или это телефон? Да нет, дело не в телефоне. Видите ли, дело в том, что с одной стороны, я действительно Чабан Василий Васильевич. Ну и в то же время, ну понимаете, то, что я послал вам небольшой перевод,
В чем дело? Зачем вы меня вызывали? Ну, понимаете, иногда в жизни так складываются обстоятельства, что... Алло, я вас слушаю. Что вы мне хотели сказать? Я вам писала, что ничего не просила и не прошу. Что же вам еще от меня нужно? Алло. 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 Да, я как увидел, что из Ялты, ну, думаю, все. Опять по этому делу пишут. И ведь верно пишут. Я так думаю, каждый устраивает свою жизнь, как хочет. Но ты ведь не станешь отрицать, если подойти по совести, они правы. Вот ты смотри, как они ударяют. Ваш сотрудник, товарищ Чебан, надо полагать, поддается влиянию общественности. Пример этого – аккуратная высылка денег. Но разве могут денежные переводы, слышь, как формулирует, а? Разве могут заменить ребенку отца? Вот как они ставят вопрос. А парень-то ничего, а? Покажи, покажи, покажи. Орел. Яшин. Лев Иванович Яшин. Как звать-то? Васей. Как и меня. Эх, Василий Васильевич. Глупый ты человек. Извини, конечно. А ведь знаешь, у меня одни девочки. У меня ведь их четверо. А был бы сын. Подрос бы такой, и мы с ним на пару, на охоту. Или на стадион. А? Орел. Подвезло тебе. Thank you.
Сколько лет вашей девочке? Девочки? У меня нет девочки. Так мальчики-то в куклы не играют. А я не играл, я просто посмотрел. Вот для мальчиков, выбирайте. Вот. Видите? Примерьте, примерьте. Спасибо большое. И вот это тоже хорошенько. Спасибо. Федя. Ну, когда вы еще учились, вам нужна была консультация, все было понятно. Ну, а теперь-то что? Я чувствую, что вы для меня... Да что вы чувствуете? Вы все время ходите за мной. Куда я, туда и вы. Тут как тут. Нельзя же лишать человека свободы, правда? Просто я... Мне галстук нужен. Этот ничего? Ничего. Очень хороший, если вы собрались на похороны. Я чувствую, вам без моей консультации никак не обойтись. Вот примерьте этот. Да вы что, и с галстуком не умеете обращаться? Ох, Федя, Федя. И что мне с вами делать? Просто ума не приложу. Ты накупил, Василий Васильевич? Да так, по хозяйству. А, ну, хорошо. Пойдемте. Хорошо. Я убедилась, что у меня нет сына. Я сходила с ума от головной боли. Я искала пирамидон. И я открыла стол. И я увидела. И я увидела фотографию мальчика, для которого ты не захотел стать отцом. Я прочла письмо этой несчастной, которую ты обманул. Игрушечками хочешь отделаться. Я надеялась, что воспитала порядочного человека. Какое счастье, что твой отец не видел этого позора.
Дай нам пройти. Вы так хорошо управляете лодкой. Вылезайте скорее. Как раз думал о вас. В это время ваш голос. Весьма лестно. Зачем надо было ради этого прыгать в воду? Это я не понимаю. Теперь вы простуетесь, понимаете? Вам нужно срочно переодеться. Ничего. Скорее к берегу. Мне не холодно. Спасибо. У меня неприятности. И я как раз думал, если встречу вас, все расскажу. Мне необходимо с вами поделиться. Федя, покатайтесь пока. Ладно, покатаюсь. Я тогда в коридоре... Совсем как мальчишка наговорил на себя. Изобразил перед вами Дон Жуана, просто... Я очень самолюбивый. А ведь я не знаю даже, как выглядит Надежда Михайловна. Должно быть, в Ялте в одно время со мной отдыхал другой чабан, Василий Васильевич, и тоже, к несчастью, бухгалтер. А может, кто-нибудь нарочно назвался моим именем. Я не знаю. Но ведь вы... Получаете письма и деньги посылаете? Как-то так получилось. Сначала просто не мог не посочувствовать. А потом, удивительно даже, самому уже стало не все равно. Беспокоишься за мальчика, думаешь, как он там. Ну и о ней невольно думаешь. Ведь одна с ребенком. И знаете, очень гордая. Я не понимаю. Так что же вы? Это вовсе не ваш ребенок? Маме я, ну, не могу об этом сказать. Она нашла и письма, и фото, и про переводы узнала. В общем... И вы эту женщину в глаза не видели? Нет. Ну, вы действительно, Тихоня. В конце концов, я им не чужая. Пластинка? Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы, устала. Я люблю... Это ты, Васенька? Да-да. Поди сюда.
Опять Варя. Да поди же! Послушай нашего мальчика. Какого мальчика? Василёчка. Это одно очарование. И должно быть умница. Мужская. Послушай. Звонит каждого дня. Как я счастлив, что нет мне покоя. Есть любовь. Я ведь хорошо тебя помню маленьким. Поверь мне, очень много общего между вами. Это вам показалось. Ой, какой ты смешной, Васенька. Мне-то уж виднее. Я хорошо разглядела снимок, Василёчек. Носик точно как у тебя. И глазки. Носик, чепуха какая. С чего это он будет на меня похож? Вполне естественное сходство между сыном и отцом. Да, конечно. Знаешь, судя по письмам, которые я прочитала, Васенька, вот что я тебе скажу. Эта женщина, я уверена, что интуиция меня не обманывает. Она такая скромная, чистая. И подумай, такая хорошая мать. Ну что, ты не находишь? Мне трудно об этом судить. Ну подумай, подумай, как все было бы чудесно. Василек, ведь он же внук мой. Я бы с ним возилась, как с тобой когда-то. Замолчите сейчас же. Я уже не ребенок, у меня есть личная жизнь. Не касайтесь ее, иначе я уйду от вас. Да-да, войдите. Не помешаю? Эдик. Здравствуй, Надя. Тихо. Проходи сюда. Иди. Ну, наконец-то появился. Сколько тебя не было? Да почти полгода ходили. Сдали груз в Сингапуре, к Сиднее. Потом пошли в Нагасаки, а там радиограмма. Идти в Фриско. Зафрахтовали нас. А что с Васильком? Говорят, как Люш. Чай будешь пить? Нет, спасибо. Надя, я хочу поговорить с тобой. Нам очень надо поговорить. Опять о том же? Ну, конечно, об этом. Ты же знаешь, если столько лет, ну, это что-нибудь значит. Ой, какой у тебя галстук? Надя, ведь я серьезно. Не надо, Эдик. Послушай, Надюша. Я ведь 100 раз обдумал, и не за себя только. Я знаю, ты ко мне хорошо относишься, правда ведь? Угу. Да и Васильку, ему же будет лучше. Я знаю, тебе ведь трудно живется. Угу. Вот этого ты бы лучше не говорил, Эдик. Я живу нормально, и жалеть меня незачем. Ну, прости. Я все время думаю, чего же еще не хватает, чтобы ты согласилась. Да самой малости, Эдик. Любви. Должна быть любовь. Не сердись. Нету, Василий Васильевич.
вам телеграмму, Василий Васильевич. Спасибо. Телеграмма! Ну, что? Говори сразу. Плохо или хорошо? Мальчик болел, теперь выздоровел. Нет, так больше не может продолжаться. Я должна вмешаться. Дорогая Надежда Михайловна, мы с вами никогда не встречались, но ведь мы не чужие. Я мать Василия Васильевича, и Василек мой внучек. Может быть, хотя бы в отпуск на несколько дней вы с Васильком приедете к бабушке? Не для себя, не для Василия Васильевича, а для нашего мальчика. И отчасти для меня вы должны это сделать. Конечно, вам нелегко решиться. И все-таки я буду ждать вас. Приезжайте. Я верю, вы не откажете мне в этой просьбе. Здравствуйте, я бухгалтер-ревизор из дирекции объединения. Так вы по нашему письму? Давайте подъедем, тут недалеко. Опускай! Василий, доешь свое печенье. Не хочу. Что тебе мама сказала? У вас свободно? Разрешите присесть, Василий Васильевич. Какой же вывод? Скажите мне, какой вы вывод делаете, а? Два дня документацию шуровали. Точно не спали. Думаете, не знаю? Мне все известно. Василий, не держи за щекой, ешь. А я ее не держу. Я же вижу. Я спасибо. Пожалуйста. У народа что-то вынюхивали. Как ведь не зря же, вы мне скажите, какой вы вывод делаете? Теперь уже следственные органы сделают вывод. Вась, ты сколько получаешь? Туда я сам знаю, сколько. Теперь клади, мамаша, прежде линии. Раз. И что человеческое тебе не чуждо. Два. А пацана посылаешь? Три. Расходы. Вась. Сделай формулировочку в акте, а я тебе, как другу, а лично не из рук в руки. Извините. Первый раз в жизни такое. Ну что, успокойтесь. Я вам помогу. Угу.
Ну, вставай, Василий, приехали. Пойдем поищем бабушку. Ну? Наверное, бабушка уже ждет нас. Скажите, дом 17 по Комсомольской далеко отсюда? Нет. Да. Недалеко. Да. Дядя, вы здесь живете? Нет. Да, в этом городе. А какие игрушки у вас есть? А у меня знаете, что есть? Игра такая. Вверх-вниз, вверх-вниз. А еще такая лягушка у меня есть. Собирайте-ка в детском саду подарила. Веревочку дергаешь, и она, знаете, как прыгает. Один раз она маме на плечо как прыгнула. А еще знаете... Извините, я должен бежать, дела. Вот звонок. Спасибо, до свидания. Василек. А мне тетя Раечка велела ноги вытирать. О, Василий Васильевич, вам звонили. Кто? Ну, конечно, ваша мама. Осип Ильич, как только он появится, я прошу вас, отпустите его домой. А, Василий Васильевич, а вас беспокоилась Раиса Петровна. Позвоните ей. Угу. Раиса Петровна, не волнуйтесь, он уже здесь, я ему все передал. Мама, это я. Подождите, только не перебивайте меня. Надежда Михайловна ни в коем случае не должна меня видеть. Это главное. Нет, я... Нет, я очень рад, что она приехала. Я просто счастлив. Но я думаю, что если она... Впрочем, я потом вам когда-нибудь объясню. Где я? В командировке. Да, я уехал. Нет, меня нет здесь. Я ничего не поняла, Васенька. Хорошо, хорошо. Хорошо. Василек, перестань. Мы тебя с ужином подождем. Конечно, Васенька. Наденька, я убегу на несколько минуточек. Располагайтесь. Располагайтесь, да. Будьте как дома. Василечек! Спасибо, друг. А, это вы. Здравствуйте. Здравствуйте. Ага. Василий Васильевич. Здравствуйте. А что это у вас? Да так, пустяки. Новую мебель купили. Да, я ведь переезжаю в Лепканы. Ага. Да. Главным технологом. Это хорошо. Как, вы уезжаете? Да. Ну, желаю вам всего самого лучшего на новом месте.
Спасибо. И вам тоже. Во всем. Этого я от него не ожидала. Он трус. Мама, кто это? Кто? Это Чехов. А, Чехов. А это кто? Наверное, Маяковский. Маяковский. Мама, а это кто? Разве ты не узнаешь этого дяди? Нет. Мы же с ним ехали в автобусе. Не ехали, не ехали, не ехали! Боже мой, что это? Куда я приехала? Чабан, ВВ. Чужие люди. Совсем чужие. А кому эта лошадка прискакала? Вот как скачет, вот как скачет. Вот как скачет. Скажите, автобус на Кишинев давно ушел? Опоздали вы. Недавно последний автобус уехал. Но утречком будет. Обязательно будет. Утречком. Что же мне делать? До утра ждать. А если спешите, то на шоссейку упадайтесь. Там кто-то подхватит, непременно подхватит. Люди у нас добрые. Тут недалеко. Пройдите прямо, а затем налево. Спасибо. Пойдем. Куда вы? Mm-hmm.
сейчас опять польет. Женщина с ребенком, оскорбленная, она уходит. Куда она могла пойти? И где он? Куда вы его отправили? Осип Ильич! Раиса Петровна, послушайте, вам нельзя так волноваться. Ну, поверьте моему жизненному опыту. Все так или иначе устроится, а пока что... Примите какое-нибудь успокоительное лекарство. Лекарство... Капли. Это поможет? Какие капли? Перестаньте, принимайте сами. Они идут. Бабушка! Василёчек! У ребенка промокли ноги. Они сразу уснули. Она прелестна, Вася. И если я как-то стала понимать то, что произошло в Ялте, это безумное увлечение. О чем вы, мама? Ну, перестань. Я говорю о вашем романе. То все дальнейшее твое поведение загадка для меня. Вы же знаете, не без странностей. Ну, знаешь, пора бы уже тебе от них избавиться. Ведь ты отец. Что касается меня, то Василька от себя я никуда не отпущу. Еще ничего ведь неизвестно. А что еще скажет Надежда Михайловна?